Добрый день, меня зовут Ольга Придухина, я врач, акушер-гинеколог, автор книги «Как быстро забеременеть». И в этом видео мне бы хотелось с вами поговорить о показаниях со стороны женщины к проведению процедуры ЭКО. У нас все показания будут с вами делиться на абсолютные, когда 100% нужно делать ЭКО, и относительные, когда в принципе есть показания, что можно рассматривать данную процедуру, а в принципе можно попробовать и какие-то либо другие методы. Давайте начнем с абсолютных показаний. И в принципе абсолютное показание здесь практически только одно, связанное с маточными трубами. Еще раз вам напомню, что вот проходи как раз яйцеклетка и сперматозоид встречаются в маточной трубе, и труба как раз служит для нас местом, как бы проводником для встречи яйцеклетки и сперматозоида. И поэтому, если есть проблемы, которые связаны с непроходимостью маточных труб, то как раз вот здесь является для нас абсолютным показанием для проведения процедуры ЭКО, когда обе трубы непроходимы. Овуляции у нас с вами происходят, да, полость матки хорошая, но сперматозоид с яйцеклеткой встретиться не может. И тогда как раз это является показанием к экстракорпоральному оплодотворению. То есть, когда обе трубы непроходимы, если хотя бы одна труба проходима, то женщина может забеременеть самостоятельно, просто нужно ждать овуляцию в трубе, в яичнике, со стороны которого труба проходима. Это, конечно, очень важно. Почему же бывает непроходимость маточных труб? Это различные операции, которые проводились в полости матки, в органах брюшной полости, которые вызвали воспаление как раз маточных труб, в результате чего образовались спайки. Послеоперационные различные осложнения, инфекционные и гнойные процессы в брюшной полости также может свидетельствовать о непроходимости маточных труб. Воспалительные заболевания, про которые я очень много говорила, это инфекции, передающиеся половым путем, хламидии, гонореи, условно-патогенная флора, приводящая к воспалению. Острые хронические воспаления эндометрия, труб или яичников. Например, сальпингофорит, то есть воспаление яичника, воспаление трубы. И также, конечно, в трубном перитониальном факторе имеет роль гормональная выработка гормонов. Если, например, у женщины гиперандрогения, то есть чрезмерная выработка адреналина и других гормонов, которые вырабатываются в результате стресса, волнений, нервного напряжения, то как раз перистальтика труб ухудшается, что препятствует наступлению беременности. И очень часто у пациентов мы это обнаруживаем. Ну и про инфекции, передающиеся половым путем, я уже сказала. То есть основной показатель – это непроходимость двух маточных труб. Следующий фактор – мы уже отнесем это показание к относительным показаниям, так как это различные гормональные причины. Я многократно уже рассказывала вам о разных гормональных причинах, но здесь мы с вами возьмем гормональные причины, которые связаны с процессом овуляции и вызваны нарушением гормонального фона. То есть показанием как раз будет проведению ЭКО это хронические анвуляции, то есть когда долгое время мы не видим созревшие яйцеклетки, то есть так называемые анвуляции, подтвержденные в количестве длительного времени.
Или наоборот, недостаточность лютеиновой фазы менструального цикла. Это вторая фаза менструального цикла, наступающая после овуляции и в норме длится 10-13 дней. Когда мы видим проблемы в этой фазе, то это также для нас является к относительному показанию в системе ОМС, то есть это бесплатная будет процедура экстракорпорального оплодотворения. И, конечно, вот здесь мы можем уже говорить о том, что эти фазы, когда мы правильно женщину обследовали, правильно выявили эти проблемы, то, конечно, мы здесь можем назначить хорошую гормональную терапию, которая может отрегулировать и восстановить процесс овуляции, процесс хорошего протекания лютеиновой фазы. А обычно это бывает из-за недостаточного выработки прогестерона, про который мы также уже с вами много говорили. И как раз обычно, если прогестерона недостаточно, то случаются и выкидыши, и, соответственно, иногда женщина просто не может забеременеть, потому что этот фактор также очень серьезно выявлен. И, конечно, у большинства женщин, которых мы применяем правильные схемы лечения, на те патологии, которые я сказала, у них в течение полугода приблизительно наступает самостоятельная беременность. Если же беременность через полгода не наступает, в течение года не наступает при приеме правильном, подборе препаратов, тогда мы уже будем говорить о показаниях к ЭКО по системе ОМС, и данным женщинам положена данная процедура. Опять же, скажу бесплатно. Следующие показания, которые мы тоже отнесем к относительными, это эндометриоз в тяжелой форме, когда эндометрий, то есть как раз это ткань, которая выстилает полость матки, разрастается за пределы матки. Лечится эндометриоз и хирургически, и гормонально. Если длительное время после хирургического лечения, приема гормональных препаратов у женщины не наступает беременность, то это также является показанием к экстракорпоральному оплодотворению. Дальше, синдром поликистозных яичников, так называемый СПКЯ, это который, эндокринное заболевание, которое характеризуется нарушением в работе яичников, не повышается количество мужских, то есть уровень мужских гормонов в организме женщины, и мы не видим доминантного фолликула. Обычно, если мы, женщины, начинаем заниматься, женщину лечить, то также наступает беременность. Если длительное все-таки время мы правильно лечимся, правильно планируем беременность и беременность не наступает, то это также является показанием к экстракорпоральному оплодотворению. Затем очень интересный иммунологический фактор, очень редкое явление, но связано с серьезными расстройствами репродуктивной функции. То есть возникает в мужском или женском организме так называемые антиспермальные тела, препятствующие нормальному оплодотворению и снижению фертильности пары. То есть в этих случаях женский организм, сперматозоиды, воспринимает как мужские чужеродные тела и, соответственно, их отторгает. Поэтому для лечения таких пациентов используются антигистаминные препараты, иммуностимуляторы, кортикостероиды. Если же результата все-таки нет, то прибегают к экстракорпоральному оплодотворению или к еще одному виду вспомогательных репродуктивных технологий – это инсеминации. Ну и такой еще относительный фактор – это возраст женщины. То есть, конечно, после 35 лет количество овуляций уже значительно снижается. И иногда мы говорим про женщин с очень низким
репродуктивным потенциалом, когда очень низкий уровень антимюллерового гормона, очень малое количество яйцеклеток. Здесь я не называю конкретный возраст, то есть он может быть совершенно разный. У кого-то это 40 лет, у кого-то это 38 лет, а у кого-то это 50 лет. То вот здесь очень важно обратить ваше внимание, что вот тогда мы будем делать сначала, конечно, полностью обследоваться, пытаться самостоятельно забеременеть. Если не получится, то прибегать к методу ЭКО. Сразу так вот, что давайте сделаем ЭКО, потому что там вам 38-40 лет, этого делать не нужно. То есть сначала обследуемся, сначала пробуем, не получилось, тогда уже будем прибегать к ЭКО. А я вам желаю всего самого наилучшего и до новых встреч!